Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ты чего психуешь? А сама что ли не понимаешь? Даркнесс из-за нас в рабство подалась и до сих пор не вернулась. Может, ее сейчас... Поверить не могу. От этого миленького и пушистого с виду котяшки веет аурой самого Антихриста. Где ты нашла этот злобный чебурек? Кстати, чего вы тут с ума сходили? Сама что ли не понимаешь? Даркнесс сейчас кто-то тра... Конечно, о том лорде ходят разные слухи, но Даркнесс легко с ним... Детское мышление тут не прокатит. Ты что, не догоняешь, что она там натурой отрабатывает? Делай с моим телом, что захочешь. Но моей души тебе не получить! Наверняка все так и происходит. Что же делать? Даркнесс в страшной опасности! Как нам быть, Казума? Уже поздно! Слушай, как Даркнесс вернется, будь с ней добра, как и всегда, и ни о чем не спрашивай. Я поняла! То есть не спрашивать у нее, кто, что, сколько раз и куда с ней вытворяли. Не хочу снова оказаться у нее в желудке! На этих жаб даже минусовая температура никак не влияет. Не слишком ли они крутые? Нас это ничем не остановит. Мы должны стать во много раз сильнее, чтобы преуспеть и выжить в этом мире. Сейчас я... Нет, сперва спаси Аку. Снаружи мороз, а во рту жабы очень даже тепленько. Я уже использовала свою магию, поэтому буду лишь якорем в пате. Хорошо, держись там. Казумосик! Спаси! Спаси меня! Спаси, пожалуйста! Даже если учитывать Даркнесс, нашего непробиваемого танка, ни у кого из пати нет рейнджевых атак. Чтобы компенсировать этот минус, я выучил новый скилл, а называется он «Точный выстрел». Точность этого скилла зависит от уровня удачи персонажа. Идеальный для меня навык. Казумосик! Слышь, ты сейчас своей стрелой мне шмат волос вырвал! Аква! Смотрите, там еще жаба! Твою мать, у нас больше нет мест, то есть больше некому их отвлекать! Аква, а ну бегом, агри на себя и этих! Ага, еще чего, сам к ним в рот лезь! Тупица, а кто их тогда убивать будет, ты что ли? Завалим одну, и останется всего две, там вы с Сеной как-нибудь справитесь! Эй, я здесь просто как наблюдатель, не втягивайте меня в... Казума, вот он твой шанс, скорее беги! Нет! Девки! Простите, меня потихоньку начинают поглощать. Не мог бы кто-нибудь меня спасти? Мать твою, и где в такой момент носит Даркнесс? Ну все, нам пи***а! Ты кто вообще такая? И та, кто возглавит Алых Мазуку? Вот, ее зовут Йон-Йон. Она дочь главы Алых Мазуку и моя самопровозглашенная соперница. Так ты прикидывалась? Некоторых люди зовут долбанутая подрывательница, девочка-динамит или того похуже. Это я? Ты сейчас говорил обо мне? Кто дал мне такие прозвища и почему я слышу это в первый раз? Просто в школе ты почти всегда прогуливала уроки по карате, а каждый раз во время обеда появлялась как часы, вызывая меня на поединок. А после крала мой бенты и так же быстро... Слышь? Это был вопрос жизни и смерти. По определенным причинам только ее бента мог утолить мой голод. А по Мегумин не скажешь, что она хорошо умеет ломать лица. Мегумин? У тебя все тело в какой-то слизи. Верно. Каждый сантиметр моего тела покрыт слизью желудка жабы. В тот момент, как ты приблизишься, я крепко обхвачу тебя руками, и ты узришь силу моего захвата. Ты серьезно? Хочешь, чтобы я сдалась и отступила из-за такого? Это ведь не так? Мы же друзья, да? А настоящие друзья преодолевают все невзгоды вместе. Нет! Ну же, иди сюда, давай обнимемся, не убегай, обнимашечки. Сдаюсь, я сдаюсь, только не приближайся. Да я тут подумал, что по сравнению с той девочкой, ты просто милашка. Постойте! Ну, спасибо за комплимент. Позволь обнять тебя в благодарность. Не приближайся. Так ты станешь счастливей. Некоторые готовы платить деньги, чтобы слизкие девушки обнимали их. Одна я мыться.
Чего тебе? Пропускать девушек вперед. Слышал о таком? Я сторонник гендерного равенства, так что для меня слова девушек, пользующихся плюсами своего пола, или парни, говорящие «потому что ты мужик», все на один звук. И вообще, если хочешь, чтобы тебя считали девушкой, сначала подрасти! Опять ты меня ребенком называешь? Я вообще-то лишь на 3 года моложе тебя! Сейчас ты для меня как ребенок, так что не трать слова впустую! Извращуга! Уже раздеваться начал! Я ни за что не отступлю! Да, ни за что! Если поняла, то выметайся отсюда! Понятненько. Если ты не считаешь меня за девушку, то пусть будет так! Да я принимаю вызов! Ну да, пойдем вместе, и проблема решена. Чего? Прости, разве сейчас ты не должен сказать? Дура, я ни за что на такое не соглашусь. А после в смущении позволит мне пройти первой. Довожу к сведению. Я не фанат таких клише. Вот, к примеру, будь ты в меня влюблена, но на меня вешалась еще какая-нибудь баба. Даже будь ты красивее ее всеми формами в 10 раз, я бы все равно не пустил тебя первой. Я мужик и делаю, что захочу. Запомни это хорошенько. После таких громких провокаций решила сдаться? Жалкая слабачка! Что ты сказал? Это я слабачка? Да. Ну ты нарвался. Что, пойти вместе? Да расплюнуть вперед! Да! Кончай прикрываться полотенцем и покажи мне все! Харе, ты что делаешь, дура? Хватит! Не снимай его, извращенка! Постыдилась бы! Сняла! Может, куда-то в ванной есть? Заморозка! Я в полной жопе! Придется колдовать! Ребят, куда вы все подевались? Спаси меня, моя мана! Если Аква увидит нас, прозвище наподобие педобира или лоликонщика или растлителя малолетних навсегда закрепятся за мной! Все, силушка меня покинула. Трешка за решеткой по несовершеннолетке пролетела прямо под носом. Слушай, Мегумин, я не могу пошевелиться. Не могла бы ты меня одеть? Не объяснишь, что ты имел в виду, говоря про срок, когда мы просто пошли мыться вместе? Эй, стой, ты чего? Что ты хочешь сделать? Ты все не так поняла? Эй, Аква! Аква! Меня дети избивают! Педобир. Юн-Юн Мазоку, которая стесняется собственного имени. И даже в школе вечно обедала одна. У тебя есть друзья? Злука, разумеется, есть. Фуни Фура, к примеру, или Дон Донко. И ты сама постоянно за обедом говорила мне, мы же друзья? Эй, прекрати, я сейчас расплачусь. Она тырит хлебные корочки? Стоп, это же... С днем рождения! Она совсем одна? Ну, может, хоть владыка тьмы мне будет другом? Она что, берет квесты только чтобы найти друзей? Стоп, она что сейчас, тараканов ела? Мы как-то поспорили? Кто из нас повзрослеет первей? Раз считаешь себя взрослой, то сразимся вновь. Про взрослость и все такое я имела в виду совсем не то. Ведь я уже в таких отношениях с Казумой, что мы моемся в ванной вместе. Слышь? Ой-ой. Ты так не шути! Ну что ты, мать твою, несешь? Хочешь, чтобы потом моя репутация совсем улетела под плинтус? Я победила! Если в голове